Смотрите, как детям нравится их новый палас. Да чуши, только надо будет наоборот, наверное, поставить. А то дом сюда, а нам туда. Нравится вам палас? А я у нас получается 2,40 на 2,70. Когда... Мне говорят, таких не бывает. Короче, 2 на 3. Полицию. Угу. А где полиция? Мам, мы нашли полицию. Полиция. Ребеночка вот здесь на дороге нашли. Это скорая. Ребеночка нашли на дороге? Да как разве детей кидают? Нет, это не полиция. Ты должна быть полиция. Ну, сейчас папа освободится и это перевернем. Он немножко большеватый, мы его под это... Мам, под, вот это площадка футбольная. Мам, это, наверное, университет. Ну, круто, да. Вот это стадион, это какой-то торговый центр. Это тоже площадка. Вот это дома. Вот, знаешь, милиция. Нет, это какой-то сантехник. Ну, я говорю, они... Вчера начали играть вот под этим столом, тут мама, понастроили домик. Я сделала салат с курицей с ананасами. Ну, конечно. Я купила все. Саша, пошли на стадион. А это как называется такой кусочек колбаски? Вот. Это кусочек колбаски для Томы. Не ешьте. А сосиски? Да. Сосиски, да. Лучше бы колбаса была. Один раз ребенок колбасу попросил, и ту всю съели. Не трогайте. Кого? Сосиски. На 2-3 минуты. На 2 минуты. Том, это кто? Ты? Ой, чистюля. Поставили два укола, а температуры поставили. А сегодня уже ничего не ставили. И мы только дышим. Не была из-за Это мы тут у нас тюк дети в больнице лежим. Даже тут дают маме и ребенку место. Так она маленькая была, конечно. То сначала, значит, сопли вытерла, потом все протирать пошла. Да? Это она еще когда маленькая была. Ей 3 было. Я не знаю, даже сколько. Нет, она года 2 была. Приходила, мы все сдали с утра анализы. И сказала, до завтра. Она, Томочка, хорошо откашливает, у нее нет насморка. Ну, даже там уже видно, что рыжевато. И волосы короткие сейчас. Папа им включил, где архивное видео наше. А, не нашел, где архивное видео? Плейлисты тут нету, да? Все прибежали смотреть. Да подождите, ничего не слышно. Я ничего не поняла, ты его аккуратно. Тихо, слонов, это маленок, на звонок фамилия, что подписывается. Молодец. Это слона. 3 года ей, наверное, тут, да? Уже Томочка. Женя, а ты свой стишок расскажи. А папа стих называется. Ну, расскажите любую. Щеки все такие надувают. Расскажи. Назови. Зайку? 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 Я не понял. Я не знаю, открыла и прикрепила. Это на старую-старую камеру снято, поэтому такое видео. Открыла. Зайка, а? Она потому что не могла вспомнить, поэтому акала. Рубка 1,40, это мало, но немного 1,40 звала в другом городе. Так, сейчас, Санечка, сейчас. Сань. Крутая ты была, да? За голову вцепилась. Это такая щекастая, пучеглазая. Ой, пытается пустышечку засунуть. Тома, это кто там? Не получается. А то еще Саска будет. Там еще Саска будет говорить. Там будет одна Тома. Говорю, пойдемте ужинать, никто не идет. Все смотрят. Архивное видео. Тома такая маленькая была. Такая маленькая.
Ну, чтоб тебе его. Ну, так хоть животик заработает. И папка, о, папка худой, лысый. Уже с внуками тоже был нянчиться. Все, с дочкой. Жена, Коля, смотришь, Томочка, а? И дочу. Как хорошо, что я снимала все время, да? Угу. Даже Алина маленькая у нас есть, сколько видео. Маленькая такая, как Тома. Девчонки старшие спят уж. А Томочка тоже не спит. Оба сядь, если девочка посядет, Очень господи. Когда скажу, по морозу ездили на прививочки, да. Плакала, ставили прививки аж две. Тема, такая красавица была, что выросла. Ставили тебе прививки. Как Томочка кричала громко? Я говорю, я и раньше никогда не затыкалась. Все время что-то говорила. 4 месяца Томочки УЗИ. Да? УЗИ хочет, скажи, совсем поворачиваться, скажи, хочу. Да? Ты поворачиваться совсем хочешь. Всю жизнь в тебе эта жилка была. Да. Кого? Все время в тебе эта жилка была. Да, болтать. Да, не говори. Ого, скажи, ездила. Ого. С папой ездила, с папой? Не заводится, нет. Ай, ты моя девочка. Ты моя красивая. Мамочкина доченька, мамина. Знаешь, кстати, больше плакали, скажи, да? Памперс, кто? Женя, Саша? Да. А что делать, скажи? Да? Крепко спим, купаться не хотим. Женя, тебе сколько? 2 года и... 5 месяцев, да? Ничего себе, 2,5 как разговаривают, надо же. А Сашеньке 2 года и 9 месяцев. Чай, сейчас Алиночка сделает вам чай, сейчас. У нас, кстати, сегодня макароны с сосисками. Что там холодное? Сейчас заново будем разогревать. Я, наверное, вот это отдельным видео выложу. Реакции детей. Вкусно? Только ну, девочка одна ты молчит. Ты что-то тоже плохо снимала. Расскажи что-нибудь. Гуляла по улице? Ну как ой, смотрят. Ой, на улице тепло, хорошо. А девочке 2 года и 2 месяца, наверное. Ев, тебе сколько, февраль? Так ты не хитри, ты ешь макароны. Ты и так 2 сосиски уже съела. А папину нельзя колбаску, она сегодня жирная. Класс, середины просто. Сейчас девочки покушают и лягут спать. Да. Я закончил. Саша до сих пор мака любит, да, доча? Дай мне дом. 10 месяцев, ой, как мы ползем, ой, как мы. Юшенька,
Зубушки, папа, зубы вылетели, не видать, тапочки, тапочки. Что, тут сильно видно, какие зубы кривые? Да. Такие хорошенькие были, маленькие. Она сейчас орёт без конца. Пойдём, идти на куда, пойдём? На окошко. Пойдём, пойдём. Ручки были опустили. Потому что она только начала ходить. Зачем? Люшку туда тоже утри. Она потому что нам только летает. Орёт сразу. Ой, у меня Нака есть! Ай, какая красивая! А что делать? Алине. Не стыдно. Сейчас стыдно. Да что стыдно-то? Ай, мои девочки. Ой, какие тут красивые. Доча. Ой, как красиво пьет моя девочка. Что там у тебя, доча? Саша, что там у тебя? Что там? Ой, да чего красивые дети? Какая голова большая. Что там? На-ка там. Ой, как умеет. Видишь, как упала кружка на пол, подняли и опять пьет. Ой, какие. Ой, ну все умеет, доча. Угу. Ну, опять на пол бросил. Нет, ты мне свари гречневую. Вот Алине 10 лет, она уже вовсю варила. А Женька всегда так сидела полгода назад. Вот так. Ага. Вот Саня запросто могла кружкой стукнуть Женьку. Вове дай попить. Женька, хорошо, что ты еще живая. Только глаз да глаз нужен было. Как черепашка. Черепашка. Ух ты, моя черепашка. Ага. Ух ты, моя черепашка. Дойте. Кто моя черепашка? У нас тогда обстановка была совсем другая. Ой, как быстро. Ой. Ну ладно. Ой. Перегородка стоит. А мы перегораживали, чтобы дети везде не лазили. Ох, быстро, пост. Это тут были котята, пока мы ой, ну прям все умеет, а? Дотечка. Вот Сашка выпила кружку. Все умеет, все уже. Люшечка моя. Молодец, дочка. Я Даша. Я лягушка. Я лягушка, ты баба еда. Я Даша. Дочи. Что громко орете? Я лягушка, повторяю. Я Даша. А Томка Варвара. Так, Тома, осторожно, не надо, Сашенька, так играть, милая. Доченьки, сделайте потише. Ну все, тише. Дочи, давайте скажем всем пока. Всем пока-пока. Пока-пока. Всем пока. Всем до завтра. Давайте, доченьки, спать ложиться, милые. Еще ой, у нас ритуал. Если чай не пили, все, день не закончен, да?